Католический падре, православный батюшка и раввин ведут богословскую беседу о чудесах Господних. Значит, падре первый говорит: вот что со мной приключилось, говорит, какое чудо. Говорит, мы как-то на самолете, Ватикан, говорит, и разыгралась страшная гроза. Самолет попал в болтанку, значит, отказал один из двигателей, начали мы падать. Ну и вознес я Господу молитву, чтоб сохранил он наши длинные жизни. Свершилось чудо, мотор заработал, гроза утихла, благополучно мы приземлились. Ну, пославили они Господа дружно. Ну, дальше продолжает православный батюшка. Говорит, а что вы думаете, други мои? И у меня было, плыли мы как-то на корабле, паломничество в Новый Афон. Говорит, разыгрался страшный шторм. Говорит, корабль дал течь. И стали мы тонуть, и вознес я Господу молитву. И сотворил Господь чудо. Благополучно успели мы добраться до гавани, течь устранили, все остались живы. Ну, опять пославили Господа они. Ну, очередь раввина, он и говорит: а что вы думаете, у меня так и было? Иду я как-то в субботу по Дерибасовской и вижу, лежит кошелек явно полный денег. А суббота таки шаббат, работать нельзя. А кошелек поднять — это таки тоже работа. И вознес я Господу молитву. И что вы думаете? Везде суббота, а вокруг меня четверг.